Всем привет! Сегодня в очередной раз хочу вернуться к теме мотороллеров Т200. Я уже 2 или 3 обзора делал на такие мотороллеры, но не могу я просто обойти такую красоту и оставить без обзора. Мотороллер просто в изумительном сохране, с пробегом 202 километра. Без каких-либо вообще вмешательств. Попробую максимально передать сохранность краски. Весь хром в консерванте. Я думаю, кто понимает, оценит. Мотороллер 64-го года. Нашел его в городе Новосибирск. У меня там есть, ну, много мотоциклов там покупаю. У меня там есть знакомый, который помогает мне отправить, купить, забрать. Даже каждый болтик мазнут тоже консервантом. Он достаточно долго висел в продаже. Все тоже задают такой вопрос: где находишь, как покупаешь. Вот этот мотоцикл, мой мотороллер, все, я думаю, кто интересуется такой техникой, все его видели. Он висел очень долго в городе Новосибирск. Не знаю, почему его никто не покупал. Сохран просто обалденный. Нигде не пятнышко коррозии, только консервант. Т200М. На сиденье тоже, естественно, оригинальный, родной. Сиденье. Аккумуляторный отсек. Аптечка. Набор инструментов. Тот отсек для инструментов здесь. Собственно, двигатель. Сейчас попробую развернуть и показать, что входило в комплект. Специнструмента. Масленка. Ключи рожковые. Съемник. Еще один съемник, спецключ, длинный спецключ,
еще что-то там маленькое есть. Вот такой инструмент. Ну, аптечку открывать не буду, там ничего интересного. Одной рукой. Все. Еще хочу показать паспорт. В каком тоже состоянии, что показывает опять же то, что техникой не пользовались. Четвертый год, это роллер, такое свидетельство еще сохранилось, 13 мая 64 года. Спидометр какой, на ранних Тулах красивый спидометр был. Действительно, вещь интересная. Ключик. До запуска пока не дошло дело. Надо мыть, чистить карбюратор. Буду заводить. Сейчас еще покажу, как он выглядит под крылом. Какой-то он сотрудник оставил номер. Деталь мелом написанный. По сути, его даже ни разу не испачкали. Этот мотороллер. Глушитель. Также даже не обгорела краска. Двигатель. Заднее колесо. Также это колечко тоже консервантом было обмазано. Ручки газа, ограничитель, все, дальше не поворачивается. Ну, на этом буду заканчивать. Всем пока, до новых встреч.